Привет, малыш. Записываю тебя. Помню, как вперед упал. Темнело все. Врач сказал, опухоль мозга. Это номинально. Родители были при мне. Смотрю на отца. Он на пол обморок и сердечный приступ. Никто о смерти говорить не хочет. Наверное, я напоминаю о ней. Ребенок, вижу себя. Не дурачок. Нет, похоже. Джеймс, как думаешь, что после смерти? Сейчас сосредоточено на писании. У тебя новый парень будет? Меня не интересует эта параллельная вселенная. От одного к другому экзистенциального кризиса. Вот что курить заставляет. Есть реальная травма. Требуется глубокое вовлечение. Я не...